батман тандю, ЖТ в сторону тандю, и ЖТ назад тандю, и батман ЖТ в сторону, ногу поменяли. Молодцы, вперед, ЖТ в сторону, батман тандю, батман ЖТ, батман тандю, и в сторону закончили поклончик. Молодцы, увидимся в среду. Екатерина Сергеевна, а как вам сегодня мой батман? Очень хорошо. Мах стал выше, и носочек тянешь правильно. Умница, дома занимаешься? Да, занимаюсь по часу, как вы мне показывали. Умничка. Ну, беги домой, делай уроки. Ты что с ними делаешь? Гипнотизируешь? Они к тебе в любую погоду готовы бежать. И дисциплина как в армии. Просто я люблю детей и танцы. Точно так же, как ты петь. Нет, это другое дело. Я 8 лет отработала в музыкальной школе. Я обязана любить петь. Кать, ты кое-что забыла. Не нужно все это, Максим Семенович. Так же, как ваших приглашений на ужин. Что так? Не нравятся цветы или нет аппетита? Вы не в моем вкусе. Между нами ничего не будет никогда. Глупенькая. В этом захолустье лучше меня ты все равно никого не найдешь. Я никого не ищу. Катя, что тебе не так? Богатый, в городе всех знает. Ухаживает, вон как красиво. А ты носом крутишь. Марис, твой Гнатинка обычный бандит. Мне неинтересно это. Ну, извините, у нас в городе принцев нет. Спорим, ты посидеешь раньше, чем дождешься? Девушки, простите, пожалуйста. Вы мне подскажете? Подскажем, конечно. А, да, то я в вашем городе недавно, не магнать. А откуда приехали? А, из столицы. Ух ты! А мне нужен бизнес-центр центральный. А, Алиса. А, Дима. Очень приятно. А это моя подруга Катя. Дима. Здрасте. Давайте я вас проведу, нам с вами по дороге. Да, спасибо. Да. А, Катя, вы не пойдете? К сожалению, тороплюсь в другую сторону. Пока. А, Алиса. Здрасте. Тебе, как обычно, Кать, вечерние новости с конворды? Да, вы же знаете, папа привычек не меняет. Передавай ему привет. Обязательно, спасибо. Лицо, по которому необходимо врезать кулаком. Ближайший аналог – лицо просит кирпича. Но всегда ведь морда была. А букв сколько? 16. Ой, я таких длинных слов и не знаю. Я открою. Вечер добрый. Дмитрий. Как вы узнали, где я живу? Клава сказала, я видел, что вы покупали у нее газеты. Кать, вы разрешите пригласить вас на ужин? Может, вам лучше Алису пригласить? Мне показалось, вы нашли общий язык. Нет, я хочу именно вас. Вы мне очень понравились. На ужин? Ну, проходите. Мама его уже приготовила. Мама? Вы меня домой, что ли, приглашаете? А что, вы против? Планировали дружить со мной исключительно наедине? Нет, нет, что вы, просто домой сразу, так неожиданно.
Ну, спасибо. Вы очень гостеприимны. Вот это она в Берлине стажировку выиграла. В этой... Пины Бауш, папа, это ее стиль. Вот, я обожаю ее постановки. «Гвоздики» смотрел 3 раза. А вот это выпускной в институте с красным дипломом. Да, удивительно, конечно, что в таком маленьком городе выросла такая одаренная девушка. Вы, наверное, на Катю всю жизнь положили. Ну, детей нужно в строгости держать. Я всем это говорил. Пап, ну все, хватит обо мне. Дмитрий, расскажите, вы к нам надолго приехали? Да пока не знаю. Хотел вот бизнес начать. Как успех? Ну, честно говоря, пока не очень. Люди у вас консервативные, не хотят в новые направления вкладываться. Да, у нас... Вот такое, одни охламоны. Так иногда и хочется припечатать. Типа баквайфингизикт. Секундочку. Секундочку. Это слово такое немецкое, оно даже вроде непереводимое. Очень вкусно, спасибо. Здоровье. Сергей Романович, Раиса Ивановна, а вы не будете возражать, если я Катю в ресторан приглашу? Ну, что, пригласи, конечно. Ты парень серьезный, воспитанный. Духовка, мать. Извините. Катя, первый раз вижу, чтобы у человека было столько наград. А можно с вами сфотографироваться? Все, мне пора. Алиса ждет. Минуточку. Алиса твоя подождет. Вы лучше подруги. Лучше. За 2 недели пару раз виделись. Привет. Почему сбежал? Бизнес в энергодаре поднимаю. Да верну я долг, верну. Я просто все деньги сейчас вложил. Все, прости, не могу больше говорить. Привет. 100 лет тебе не видела. Ну да. Со мной же не так интересно, наверное. Ух ты, у тебя новое платье? Таня шила? Нет. В интернете заказывала из Франции. Из Франции? Мы как раз с Димой туда собираемся поехать летом. Ну, так, на пару месяцев. А ты сказок про Европу наслушалась и растаяла, да? Нет. Не растаяла. Чего так? Что даже Дима для тебя недостаточно хорош. Он меня и без этого любит. Что за вопросы? Прости, я просто устала. А, нет, правда, я программу новую готовлю, и поэтому постоянно на нервах. Прости. Тогда не буду тебе мешать. Пока. Пока. Марин, привет, дорогая. Не в службу, а в дружбу. Подскажи, пожалуйста, в каком номере остановился приезжий из столицы?
Пап, я все верну. Завтра заключаю договор с инвесторами и все, запускаемся. Это только на первое время. Мне звонил Денис, помнишь такого? Ты год назад занял у него 500 тысяч на месяц. Так я ему собирался отдать. Но он же неадекват, он какие-то проценты требует, пап. Я вернул ему твой долг и больше денег тебе не дам. И по долгам платить не стану. Живи, как умеешь. Пап, послушай, я прошу тебя... Ты что здесь делаешь? Концерта сегодня нет? Я тебе звоню, ты не отвечаешь. Вот, решила посмотреть, как ты. Судя по лицу, дела не очень, да? День тяжелый. Тебе-то что? Может, я смогу как-то поднять тебе настроение? У тебя что, базорексия? Это слово означает непреодолимое желание поцелуя. Что я с твоей подругой встречаюсь? Тогда здесь должна была бы быть она, а ее нет. Есть я. Я буду здесь столько, сколько ты пожелаешь. Привет. Да правду говорят, что у тебя хахаль столичный появился. Не ваше дело. Значит, не врут в городе. Но ты у меня еще пожалеешь, что мне отказала. Угрожаете? Я сейчас милицию вызову. А хахаль что, без милиции разобраться не может? Кишка тонка. Он порядочный человек, в отличие от вас. И он меня любит. Любит. Мы еще поглядим, как он любит. Значит, с Катей. Все. Ну, что ты начала? Все ж хорошо было. А я тебе тогда зачем? Только потому, что Катька не спит с тобой, а душу, ну, нашел, да? Это именно то, что мне сейчас было нужно. А Катя, она... Катя, она другая. В ее глазах люди лучше, чем есть на самом деле. И я тоже. Дима, это все очень плохо закончится. Очень-очень. Может быть, ты выберешь кого-то из нас? Так, тебе пора. Вот как. Хорошо. Ты не боишься, что по дороге домой я зайду к Кате? Расскажу ей все, что здесь было. Давай. Но по дороге домой ты подумай о дружбе с Катей.
тебя простит. И потом, город у вас маленький. Представляешь, что будут о тебе говорить? Пришла к мужчине в номер, накинулась на него. Я был уверен, что ты примешь правильное решение. Возьми деньги на такси. Дима, я тебе не шлюха. А кто ты? Привет. Ты меня ждешь? Мне еще полчаса занятий. Не спеши. У меня как раз сейчас встреча с инвестором. Жду тебя в ресторане, что рядом с гостиницей. Я обязательно приду. Буду ждать. Продолжаем. Молодцы. Вы с ума сошли? Я никогда не пойду на эти условия. Как хотите. Только будет либо по-моему, либо никак. Без моего слова здесь с вами никто работать не будет. Дима. Привет. А что он здесь делает? Ты знаешь, кто это? Потенциальный инвестор. Я тебя прошу, не связывайся с ним, это бандит. У тебя неприятности? Сложности. Проект буксует, инвестор недовольны, требует денег, не важно. Бедненький. Какая же ты красивая. У меня ощущение, что я знаю тебя всю жизнь. Слушай, мы же с тобой уже несколько недель встречаемся. Есть повод отметить. Поехали ко мне. Не волнуйся, я позвоню твоим родителям, скажу, что я люблю тебя и что я хочу быть с тобой. Ни с кем никогда такого не было. Все будет хорошо. Где сейчас? Хочу, чтобы эту ночь ты запомнил навсегда. Пордебра вниз. Раз, два, назад. Три, четыре. Раз. В сторону.
И, блин, Маш, Соня, что такое? Сосредоточься, пожалуйста, давайте еще раз. И вперед, и назад, и вправо, и влево. Все, давайте заканчиваем. Поклон, пожалуйста. Спасибо большое. До следующего раза. Будьте повнимательнее. Алис, привет. Привет. Не хочу встретиться. Чаю попить, поболтать? Ты чего, веселая такая? А у меня есть новость. Да, знаю я про твою новость. Видела. Сейчас и тебе ссылочку пришлю. Я хочу, чтобы эту ночь ты запомнила навсегда. Это что? Я не знаю, Катюш. Видимо, нас сняли на скрытую камеру. Я разберусь во всем. Мне это видео прислала Алиса. Я боюсь подумать, сколько народу его уже видели. Это в нашем городке. На меня все будут показывать пальцем. Катюш, послушай, я найду хакеров, они удалят это видео из сети. Я была в милиции, написала заявление. Пусть они найдут того, кто это сделал. Катя, успокойся, успокойся. Зачем нам милиция? Мы сами во всем разберемся. Я не могу успокоиться. Меня выставили на показ, самое личное. Добрый день. Екатерина Сергеевна, добрый день. На минуточку. Отдайте, пожалуйста, ключи от зала. Почему? У меня же занятие через полчаса с девочками. Екатерина Сергеевна, вы отстранены от занятий. Это требование родителей ваших учеников. Они считают, что ваше поведение несовместимо с должностью педагога. Мое поведение? Видео с вами и с мужчиной. Это было снято незаконно. Я написала заявление в милицию. Вы же не маленькая. Вы понимаете, что это такое? А что? Другие девушки в нашем городе не спят с молодыми людьми? Простите, но мы их не видим во всех подробностях. В общем так, милиция, когда во всем разберется, мы вас восстановим. А пока сейчас ключи дайте, пожалуйста. Мы проверили записи с камер наблюдения в гостинице. Опросили персонал. Скрытую камеру в вашем номере установить не могли. Как не могли? Понимаете, постояльцев в этом люксе до Дмитрия Брыкина не было больше месяца. Перед вашим приходом горничная все убрала. Кстати, горничную мы проверили, она вне подозрений. Никаких следов скрытой камеры мы не обнаружили. Откуда тогда могла взяться эта запись? Эксперты провели анализ записи, оценили ракурс съемки, технические параметры. Вот, посмотрите. Устройство, на которое было записано это видео, было установлено на комоде напротив кровати. Может быть, там был только телефон Димы. Он бы такого не сделал. У нас есть протокол опроса Дмитрия Брыкина. Вот, пожалуйста. Хотелось, чтобы ты ночь вдвоем осталась в памяти. Видео в сети интернет вы разместили? Да нет, конечно. Зачем мне это нужно? Видимо, мой телефон взломали и как-то там через Bluetooth все это скачали. Я даже не знаю, кто это мог сделать. Это неправда. Я не просила это делать. Хорошо. Есть показания свидетеля. Вот. Вот, пожалуйста. Начальник, я их случайно в кабаке встретил. Ну, кое-что краем уха и зацепил.
когда видео всплыло, тут у меня вся картинка и сложилась. Что именно вы слышали? Ну, как это, Вавилова говорила Брыкину, что у нее большие планы на этот вечер. Он еще переспросил, говорит, ты точно, говорит, этого хочешь? А она закивала, говорит, да, говорит, хочу, чтобы память об этой ночи осталась у меня навсегда. Екатерина Сергеевна, ну что, будем забирать заявление? Это с какой-то стати? Вы сами просили сделать эту запись в присутствии свидетеля. Таким образом, нам нечего предъявить Брыкину ДО. Я не просила делать эту запись. Тем более, я не просила выкладывать ее в сеть. Ищите того, кто украл у Димы эту запись. Это ваша работа. Хорошо. Я буду делать свою работу. И начну с возбуждения уголовного дела. Против вас, Екатерина Сергеевна. Меня? Да. У меня есть основания полагать, что вы были в курсе видеозаписи с вашим участием. Таким образом, я могу квалифицировать ваше заявление как попытку дачи заведомо ложных показаний. Ну, кроме того... Никто не отменял статью за распространение порнографии. Екатерина Сергеевна, я по-человечески вам очень сочувствую. Но вы поймите, это не кино. Никто за 3 минуты этого хакера не найдет. Это тупиковое дело. Понимаете? Какие бумаги надо подписать? Вот, пожалуйста. Немедленно пойти в милицию и сказать им правду. Я не просила записывать меня на видео. Вы не могли этого слышать. А если я не пойду, то что? Вы соврали. Теперь каждый в городе на меня пальцем показывает. Катенька, все в этой жизни имеет свою цену. Твой любимый Дима так хотел видеть мои деньги в своем бизнесе, что был вынужден снять это видео. Дима. Из-за денег. Ну как? Все очень просто. Он не знал, что ролик попадет в сеть. Он приходил тут ко мне, психовал, махал руками. Но как только получил бабло, тут же успокоился. А вам это зачем? Ну, ты же не захотел со мной встречаться. Отшила. Не подпустила, так сказать, на расстоянии вытянутой руки. Думала, я это прощу и забуду. Со мной так не бывает. Поэтому теперь тебя знает весь город. Каждый прыщавый подросток представляет тебя рядом с собой. Гадко. Повелась на фраера заезжего. Теперь будешь разборчивей в связях. Я вам не верю. Дима не мог так поступить. Он меня любит. Да видел я, как он тебя любит. Хочешь, иди сама посмотри. Кать. Кать, да все у тебя будет в порядке. И работу ты новую найдешь. И сплетники наши рты позакрывают. И все у тебя будет хорошо, слышишь? Как? Люди могут так поступать, как?
Я не могу поверить, что Дима мог такое сделать. Ты перед тем, как с ним в постель ложиться, ты тоже, может быть, узнала бы его получше, например. Например, как? Детектива нанять? А хоть бы и так. Ты же, Кать, со своей любовью вообще ничего не видела. Зато мои мужики вон какие вились. Я только мечтаю о таких. Мужики, это Игнатьевна? Я тебе говорила, не надо его бросать. Строила себе принцессу правильную. Да выбиралась. Надо мне провожать. Сама дорогу найду. Сядь. Стой. Матерью опозорила. Как нам теперь людям в глаза смотреть? Мы тебя этому учили? Этому! Меня обманули. Я ничего не хочу знать. Ты сама в койку прыгнула. Тебя туда никто не тащил. Хотела ночь запомнить, шалава! Сядь! Шалаву воспитала. Чему ты мне не веришь? Я же твоя дочь. Ты мне больше не дочь. Пап. Куда ты пойдешь? Останься, доченька. Мам, ты же все слышала. Я здесь чужая. Ну, отец злится. Он остынет и дойдет. Я с ним поговорю. Ну, ты же знаешь, какой у него характер. Да. Знаю. Береги себя, доченька. Ну, вот. Мам. Возьми на первое время. Прости меня, доченька. Отсюда. Я так больше не могу. Не получится уехать. Я как раз сейчас договорился по поводу бизнеса. На полгода минимум. Выгодное партнерство. Партнерство? С Игнатенко? Да, с ним. Ты меня ему продал. Катя. Значит, все твои слова были ложью. Все признания в любви и наши мечты о будущем – вранье. Какое же ты ничтожество.
Ты же никогда меня не любил. Любил. Любил, Кать. Ну, пойми, мой проект буксует. Инвесторы требуют денег, угрожают. Ну, не думал я, что Игнатенко опубликует это видео. А ты думал, он у себя его будет хранить? У меня не было другого выбора. Выбор есть всегда. В наших с тобой отношениях нет будущего. Я не могу жить с женщиной, которую каждый житель этого города рассмотрел во всех ракурсах. Катя, уезжай, я прошу тебя, уезжай. Это ж ты разрушил мою жизнь. И теперь обвиняешь меня. Почему я должна бежать? Я дам тебе денег на дорогу. Знаешь, я абсолютно уверена, что ты заранее знал, что передашь это видео Игнатенко. Я даже не знаю, кто из вас большая мразь. Вот ваш билет в столицу. Отправление в 5:30 утра. Спасибо. Девушка, я же просил горячее, а вы его даже в микроволновке не подогрели. Простите, пожалуйста, наверное, на кухне ошиблись, я сейчас все исправлю. С днем рождения! Ура! Да что вы говорите, а я требую аванс за квартиру, которую вы вдруг передумали сдавать. Мне ночью куда деться? Я к вам с полицией приеду, честное слово. Привет. Привет. А ты откуда здесь? Да я вот в столицу по делам приехала. Квартиру сняла, деньги заплатила, а хозяйка в последний момент передумала. Куда ночью деться? Ну что ж ты так? Я маме твоей звонила, а она адрес дала. Примешь? Двоих. Мам, я замерз уже. А это та тетя, которую мы так долго ждали? Да, мой хороший. Мы с ним Гриша. Мы вдвоем приехали, вдвоем на улице остались. Ну вот. Не хоромы, конечно, но поместимся. А где мы с мамой спать будем? А вот на этом диване и будете. Он раскладывается. А мы все на нем поместимся? Крис, не представляй взрослым. Пойдем, покажу тебе ванну, кухню и будем ужинать. Тебе нравится. Отлично. Оставайся совсем. Я не могу. Мы с мамой на несколько дней переехали. У нее здесь какое-то очень важное дело.
которая изменит всю нашу жизнь. Ой, я сегодня вам звонила. Когда? Завтра уже сделаете. А сколько это будет стоить? Да, мне подходит. Котлеты любишь? Терпеть не могу. У них лука много. А в моих нет лука совсем. Давай посоревнуемся. Кто первый съест ужин, получит десерт. Договорились. Гришкин отец меня бросил, а я даже не знала, что залетела от него. С Жориком тоже полгода назад разошлись. С Жориком? Муж мой, гражданский. 5 лет прожили, не сошлись. Кать, прости меня, пожалуйста, за то, что я тогда вот это вот все типа... Мол, думать надо было. Я дура была, не понимала. Забудь. Я уже давно всех простила. А я вот думаю в столицу перебираться, потому что с работой в нашем городе совсем не очень. И отца хочу Гришкиного найти. Он у вас тут в столице живет. Пусть алименты платит. Я ему и так уже 7-й год. Малого на себе тяну, ему в школу скоро идти. Ну да. А кто отец Гриша? Козел. А ты-то как? У тебя есть кто? Работа. Дом, работа. Вот кто у меня есть. Кать, ты серьезно? Красотка такая, я не знаю. Да ты вон до любого олигарха возьми, окрутишь, жить будешь. Кать. Уже окрутила один раз, мне на всю жизнь хватило. Теперь вот тарелки таскаю на кухню, с кухни и улыбаюсь бесконечно. Квартира съемная, клад маленький, зато процент за обслуживание. А Игнатенко вон тоже в столицу перебрался. 2 года, наверное, уже как. Только в городе у нас все равно имеет власть. Ой, прости. Кать, прости, я уже реально не понимаю, что несу просто. Да. Слушай, ты завтра с малым, с моим днем посидеть сможешь? Очень надо срочно сделать дело. Мы, в принципе, за него только сюда и приехали. Не беспокойся. У меня выходной завтра, я погуляю с ним. Спасибо. Алло. Да, мы на аллее с фонариками. Давай. Нашел. Ну, теперь твоя очередь прятаться. Я считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Как вы тут? Привет. Отлично. Спасибо большое, что согласилась с моим хламоном погулять. Ты как? Все сделала, что хотела? Я была у частного детектива. Он дал мне адрес Гришиному папаше. Он где-то в загородном доме живет. И я хочу туда смотаться очень быстро и сразу обратно. Не беспокойся. У меня выходной, могу с ним гулять хоть до утра. Ты как, может, сначала позвонишь? Увы, номер телефона найти не удалось. Но это же надежнее знать, где он живет. Наверное. Гришу с собой возьмешь, позвать его? Не думаю, что встреча будет радостной. Эй, чего вы меня не ищете? Беги сюда. Опа! Смотри, что я тебе купила. Спасибо, что выручаешь. Скоро все решится. Малыш, мне нужно не на том, какой куда уехать. Посидишь с теть Катей? А когда ты вернешься? Скоро. Очень-очень скоро. Ну что, пойдем перекусим?
Как она? У нее есть родственники? Муж, родители, братья или сестры? Никого, кроме сына. Может, кто-то из дальних? Я не знаю, она детдомовская. Вашей подруге множественные переломы, повреждения позвоночника. Мы делаем все возможное и будем надеяться на лучшее. Ее можно увидеть? Пациентка уже вышла из послеоперационного наркоза, и пока она в сознании, вы даже можете с ней поговорить, только недолго. Я могу взять с собой ее сына. Мы не рекомендуем этого делать, так как на детскую психику это может произвести. Пожалуйста. Хорошо. Даю вам 5 минут. Спасибо, доктор. Привет. Мам, а тебе больно? Ну что ты? Я еще немножко здесь полежу. А потом мы вместе снова будем играть, хорошо? А если ты долго будешь лежать? Я всегда буду рядом с тобой, слышишь? В твоем сердце. Ты будешь смотреть на игрушку и думать обо мне, а я буду думать о тебе, хорошо? Мама, мамочка. Ну все, пора уже. Маме нужно отдохнуть. Пойдем, пойдем. Мама выздоровеет. Все будет хорошо. Не переживай, я Гришу не оставлю. Ты только поправляйся. Кать, прости меня. Да что ты? За все прости, слышишь? Если со мной что-нибудь случится... Врачи сказали, что они надеются на самое лучшее. Я тебя очень прошу, не оставляй Гришу, ладно? Не дай им забрать его в детдом. У него никого нет. Только я и его отец. Я найду его, я тебе обещаю. Все будет хорошо. Так ты должна знать, что Гришин отец. Алиса! Девушка, отходим, не мешаем. Срочно в реанимацию. А когда мама вернется? Она не вернется. Она улетела на небо и стала ангелом. Совсем-совсем не вернется. Никогда-никогда. Она тебя очень любила, Гришенька. И она всегда будет рядом с тобой, в твоем сердце. Я тоже буду. Знаешь, о чем она меня просила? Она меня просила найти твоего отца, и я это обязательно сделаю. Я его найду, и у тебя будет родной человек. Когда ты его найдешь, ты меня не бросишь? Я тебя никогда не брошу. Обещаю.
Доброе утро. Сейчас будем завтракать с Димой Вайси. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Гриша. Гриша, это Клара Семеновна, наша соседка. Клара Семеновна. Она с тобой побудет, пока я съезжу по делам. Ну, идем на площадку поиграем, да? Пошли. Спасибо вам огромное, что помогаете. Да разве я не понимаю? Обращайся почаще, и мне веселее. Посижу сколько надо будет. Мои-то внуки в Канаде. До свидания. Счастливо. Идем. Идем. Тань, привет. Спасибо тебе большое, что смогла подменить. Да, меня в полицию вызвали. Подруга погибла. Спасибо тебе. Мы были подругами с детства. А родственников у нее никого нет, кроме сына. Но ему всего 6 лет. Уже известно, от чего она умерла? Да. Легочная тромбоэмболия. Скорее всего, из-за сильного удара во время ДТП от стенки сосуда оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. Примите мои соболезнования. Виновника ДТП ждет суд. Спасибо, Алексей Иванович. Да, и приводите мальчика, сына потерпевшей. Его нужно определять в детдом. В какой еще детдом? Я обязан сообщить о Грише в органы опеки. Мама его погибла, родственников у него нет. Есть. У него есть отец. Алиса его нашла. У меня есть адрес, я к нему поеду. Послушайте, Екатерина Сергеевна, а почему вы уверены, что отец захочет принять сына и заботиться о Грише? До сих пор он не интересовался ребенком. Ну, во-первых, он о нем ничего никогда не знал. Во-вторых, я должна хотя бы попробовать. Алиса сама выросла в детдоме, она бы этого никогда не допустила. Хорошо. Вы меня убедили, Екатерина Сергеевна. Я даю вам неделю на то, чтобы найти отца и начать оформлять документы на ребенка. Спасибо. И помните, что я иду на очень серьезное должностное нарушение. Поэтому держите меня в курсе дел и будьте на связи. Я сразу поняла, что вы добрый человек. Ну, это вы преувеличиваете, Екатерина Сергеевна. Называйте меня, пожалуйста, просто Катя. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания, Катя. Добрый день. Чем могу помочь? Добрый день. Я ищу господина Александрова. Прошу. Олег Борисович, кажется, никого не ожидает. Вам нужно будет подождать здесь. По правилам резиденции я обязан уточнить, назначена ли вам встреча. Представьтесь, пожалуйста. Мне не назначено, я по личному вопросу. В этом случае вам нужно обратиться к его секретарю, назначить встречу и уточнить цель визита. Тогда они вас примут. Прошу. Важное дело. Девушка, подождите, это частная территория. Покиньте ее, пожалуйста. Пустите меня! Покиньте территорию! У меня сын Лихсанова, маленький мальчик! Леди, выйдите отсюда. Да. Понял. Пройдемте, я вас в дом провожу. За мной идите.
Добрый день. Я вас внимательно слушаю. Я по поводу вашего сына. Ему 6, почти 7 лет. Зовут Григорий. Он родился в маленьком городе. Сейчас ему очень нужна ваша помощь. Девушка, я вас первый раз в жизни вижу. Какой у меня может быть с вами сын? Андрей, проводите. Татьяна Михайловна, я вернусь к 5 часам. Подождите. Вы меня неправильно поняли. Мать ребенка не я. Ее звали Алиса. Ну, вспомните, 7 лет назад маленький город. Энергодар. Вы же там были? Были? Везде сделать тест на отцовство. Тише. Чтобы никакого обмана. Для меня это очень и очень важно. Не вас понял. Вы пойдете со мной. Олег Борисович так сказал. Я с вами никуда не пойду. Ну, почему же пойдете? Необходимо проверить, врете вы или нет. Хорошо. Вот скажи мне, Федоренко, ты что, невменяемый? Я тебе сколько раз говорил, что нельзя во время обыска изымать все подряд. Говорил? Говорили. А что ты делаешь? Зачем ты изъял пластиковый пистолет и оформил его как вещдок? Ну, вроде похож на настоящий. Да, но он стреляет пластиковыми шариками. Ну так, может быть, в его конструкцию преступник внес изменения. И чем он, по-твоему, теперь будет стрелять? Боеприпасами? Иди отсюда. Иди. Ну вот, как я игрушечный пистолет отправлю на экспертизу? Не скажешь? Кронин, ну ты же сам закон нарушаешь. Приходила сегодня одна женщина. Олесь, при чем тут женщина? Я просто пожалел ребенка. Да-да. Ребенок. Я так сразу и поняла. Леш, послушай, а может быть мы поужинаем с тобой сегодня вместе? Я знаю один неплохой ресторанчик. Сегодня никак не получается. Нужно отчет сдать за месяц. Да сдашь ты свой отчет. Ну, раз уж так вышло, что мы с тобой вместе в одном кабинете на время ремонта, может быть, нам сблизиться? Извинились. Давай в другой раз. Да? Проводил по горло. Хорошо. В другой раз. Катюша пришла. Катя! Я соскучился. Я тоже. Григорий настоял, чтобы я читала только его книгу. Хорошо поел, поспал. Молодец. Сейчас мы проверим, как ты поел. Смотри, какая штука. Открой рот и скажи «а». Так, молодец. Поел ты хорошо. Так что держи сюрприз, шоколадку. Спасибо. Проверяйте. Вы не волнуйтесь так. Проверим. Всего доброго. Ну что? Тест на отцовство оказался положительным? Доброе утро.
чего вы взяли, что он оказался положительным? Иначе вы бы не стали со мной встречаться. Хм. Это верно. Но где сейчас Гриша? Я хотел бы с ним познакомиться. Обязательно. Только теперь я вас проверю. Моя очередь. Вы смелая женщина, Екатерина. Ну, ладно. Меня зовут Лексанов Олег Борисович. Я учредитель и генеральный директор компании «Альшанс». Проверяйте. Спасибо. Угощайтесь. Кстати, я могу предоставить любую документацию по вашему запросу. Спасибо, пока не нужно. Ну, расскажите мне о Грише. Как он вообще к вам попал? Что он любит? Чем увлекается? Он любит книги про окружающий мир, динозавров, конструкторы. Я еще не успела толком его узнать. Алиса, мать Гриши, была моей близкой подругой, но она погибла недавно. Я пообещала ей, что позабочусь о Грише и найду его отца. Может, вы о себе расскажете? У вас есть семья? Семья? Есть взрослый сын. Жена была. Она умерла 8 лет назад от острого лейкоза. Все мои деньги ее не спасли. Мне жаль. А ваш сын, вы не боитесь, что он вас осудит? Осудит? Нет. Вот этого я как раз и не боюсь. Мы с ним не общаемся уже 7 лет. Я разорвал с ним все отношения, я даже настоял, чтобы он сменил фамилию. Понимаете, Катя, мой сын, он очень непорядочный человек. Он любит тратить деньги, брезгует их зарабатывать. Наверное, это моя вина, я где-то упустил сына. Но, надеюсь, Гриша, я этих ошибок уже не повторю. Все, что для этого нужно сделать, я сделаю. Ему что-то нужно? Да. Помогите достойно похоронить его мать. Она ведь и вам не посторонний человек. Да. Конечно. Можете быть спокойны. Все, что нужно, я сделаю. Катя. Это мой прямой номер. Можете мне звонить в любое время. Алексей Иванович, здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь. Хорошо. А что случилось? Это не телефонный разговор. Если вам удобно, можем встретиться сегодня. Сейчас у меня обед. Как раз могу к вам подъехать. Вы знаете, я обещала Грише погулять с ним в молодежном парке. Давайте там, если можно. Хорошо, я вас там найду. До встречи. А ты куда? Ну, вдруг начальство спросит. Скажи, ничего не знаешь. Пусть мне звонят, я объясню, да? Может, хочешь на качели? Спасибо. Я просто пройдусь. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Я не молодой человек. Я Гриша. Ну, а я капитан Кронин. Капитан полиции Кронин Алексей Иванович. А ты можешь назвать меня просто Алексеем. Вы настоящий полицейский? Да. И у вас пистолет есть? Есть. Посмотреть дадите?
Обязательно, но только в другой раз. Только не забудьте. Договорились. О чем вы хотели меня попросить? Я нашла отца Гриши. Хочу попросить вас разузнать о нем по своим каналам. В этом есть какая-то необходимость, или он вызывает у вас подозрение? Я думала, что он окажется несколько помоложе. Просто хочу убедиться, что с Гришей все будет в порядке. Кать, не бойтесь. Я обещаю, что помогу вам. Знаете, что если у вас когда-нибудь возникнут хоть какие-то сомнения, что Грише плохо или его обижают, звоните. Я обязательно помогу. Спасибо вам, Алексей Иванович. Пожалуйста. Да, и называйте меня Алексеем. Я все выясню и вам перезвоню. Всего доброго. До свидания. Да-да. Разрешите? Я очень занят. Что у тебя? Только быстро. Я сейчас еду в мебельный магазин. Там двое сотрудников подрались. Один вроде как ударил другого отверткой. Понятые. Угу. Осмотр места преступления, составление протокола, потерпевший, угу, подозреваемый, изъятие орудия преступления, опрос свидетелей. Угу. Что не ясно? Ну, теперь все понятно. Лейтенант Федоренко, выполнять. Есть. Я не ожидала, что вы так быстро позвоните. Ну, сделать быстро не значит сделать плохо. Как Гриша? Весь день вспоминает вас с пистолетом. Ага. Да. Мальчишка просто замечательный. Вы знаете, отец у него оказался очень интересным. В общем, я пробил его по нашим базам. Александр Олег Борисович, 53-го года рождения. Генеральный директор девелоперской компании «Альшанс». К уголовной ответственности не привлекался, на учете не состоял. Задолженности по налогам, сборам, взносам не имеет. Собственник нескольких объектов недвижимости. Там тоже все чисто. Сделки не оспаривались. Никаких криминальных связей Александрова мне обнаружить не удалось. И еще. Меценат создал и возглавляет благотворительный фонд помощи онкологическим больным. В общем, идеальный человек и гражданин. Я просто поверить не могу, что вы за полдня все это узнали. Разве это возможно? Ну, мне, конечно, приятна ваша похвала. Но вы знаете, для человека, который имеет доступ к базам МВД и умением искать, в этом нет ничего удивительного. А я умею искать. Спасибо вам большое, Алексей. Вы просто не представляете, какой камень с души у меня упал. Пожалуйста, если что, обращайтесь, помогу. Да, и помните наш уговор. Мальчика нужно передать родному отцу. Да, конечно. Только дайте мне еще немного времени. Я хочу, чтобы они хотя бы познакомились. 5 дней, Кать. У вас есть 5 дней. Спасибо. Олег Борисович, я готова познакомить вас с Гришей. Хочу познакомить тебя кое с кем, хорошо? Здравствуйте, Олег Борисович. Это Гриша. Гриша, это Олег Борисович. А ты меня можешь называть просто Олег. Я был большим другом твоей мамы. Знаешь, мне очень жаль, что тебе пришлось расстаться с твоей мамой. Я скучаю по ней. Я знаю. Но поверь, со временем грусть уйдет, а останутся только любовь и очень хорошие и добрые воспоминания. Правда? Честное слово. Я знаю. А сейчас мне нужна твоя помощь. Ну-ка, смотри. Ого, вот эта книга. Я такую в витрине видел. Мама просила, чтобы купила. Но она сказала потом. Знаешь, я, правда, покупал на свой вкус. Мог я ошибиться, ты смотри, выбирай.
Спасибо. Спасибо вам. И за то, что помогли организовать похороны Алисы. Знаете, Катя, это наименьшее, что мог сделать для матери своего сына. Кать, смотри, какие здесь рисунки. Я вижу, Гриша к вам очень и очень привязан. Я к нему тоже. Алексей Иванович, я думала, ты ушел. Не хочешь меня домой подвезти? Нам по пути. Нет, я в другую сторону. У меня еще работа. Работа. Неужели из-за этой дамы с ребенком ты отказался обмывать капитанские звездочки Саньки? Послушай, давай я тебе такси вызову, а? Кронин, такси я могу сама себе вызвать. Ну нет же, Криша, нет. Ну определенно трицератопс. Тираннозавр намного круче. Он и хищник один травоядный. У него вот ты. Ничего, молодой человек, не хулиганьте. Предлагаю джентльменские пари. Завтра мы все вместе поедем в музей. И пусть нам там всем объяснят, кто из твоих этих самых динозавров был круче. Катя, перебейте. Договорились. А сейчас настало время десерта. Вот пойди с молодым человеком, он поможет тебе выбрать. Пойдем. Давай-давай, не стесняйся. Пойдем. А покажите нам ваши самые лучшие десерты. Хорошо. Не ожидала, что вы так быстро найдете общий язык с Гришей. Он замечательный. Такая печальная судьба. Я в ближайшие дни оформлю все документы на Гришу. Вы будете прекрасным отцом. Я все для этого сделаю. Катя, переезжайте ко мне жить. Жить? К вам? Ну да. То есть вы, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Просто я вижу, как вы к нему привязаны. Было бы жестоко вас разлучать. Да и мне самому с ним будет трудно управляться. Я со своей стороны гарантирую вам полную безопасность. Вы ни в чем не будете нуждаться. А в моем доме места хватит для нас всех. Спасибо. Честно говоря, сейчас мне было бы трудно расстаться с Гришей. Я понимаю. Катюша, поверьте, вы сделали правильный выбор. Вот. А вот и наши герои. Кать, смотри, что я выбрала. Вот, молодец. Пожалуйста, срочно назначите мне встречу с нотариусом. И пригласите Кирилла Дружинина ко мне домой. Понял. Спасибо. Ну, Гриш, давай, приятного аппетита. Спасибо. Завтра мы переезжаем. Куда? Олег Борисович позвал нас жить к себе. У него большой просторный дом. У тебя будет своя комната. А зачем нам с ним жить? Он хочет с тобой подружиться. Зачем ему нужно? Я маленький, он большой. Ты маленький, но очень особенный мальчик. Я вот рада с тобой дружить. Олег Борисович завтра сам все тебе объяснит. Спокойной ночи. Алло. Алексей, вы просили держать вас в курсе? Да, Кать. У вас есть новости? Есть, но я бы хотела рассказать их лично. Я как раз недалеко от вас. Могу подъехать. Если вам удобно, можете спуститься на улицу. А вам было бы удобно подняться? Просто Гриша засыпает. А, да, конечно.
Договорились. Я изменил завещание. Сегодня был у нотариуса. Ты помирился с сыном? Нет. На сыне давно поставил крест, но... Недавно я познакомился с другим человеком. Каким? Со своим внуком. Внуком? У тебя есть внук? Я тоже сначала удивился. А это внук? Никакого обмана, я все проверил. Понимаешь, что это значит? Это шанс вырастить достойного человека, который продолжит мое дело, а не спустит его на свои капризы. И вот этот шанс я не упущу. Тогда за внука? За внука. Он приедет один? Гриша? Нет, конечно нет. Он приедет с Катей. С Катей? Да, она хорошо о нем заботится. Слушай, я в завещании назвал тебя душеприказчиком. Прости, что не спросил твоего согласия, но просто времени не было. Ну, разумеется, я согласен. И благодарю за доверие. Но я надеюсь, что я не скоро его оправдаю. Знаешь, если что-нибудь... Позаботься о Грише. Пожалуйста. Для меня нет никого дороже и важнее. Даю слово. Алексанов Олег Борисович, и он признал Гришу своим сыном. Вы рады этому? Рада. Мне кажется, он будет прекрасным отцом. Он так заботливо общался с Гришей. Знаете, я давно не встречал такого искреннего человека, как вы. Правда. Вы так ненаигранно радуетесь за чужого ребенка и всеми силами стараетесь ему помочь. Вы очень хорошая девушка, Катя. Знаете, я хотел вам сказать... А давайте отметим... Гришин переезд к отцу. Приглашаю вас завтра на ужин. Завтра я не могу. А работа? Нет, дело в том, что я вместе с Гришей переезжаю к Олегу Борисовичу. А, ну да. Наверное, это правильное и верное решение. Со своей стороны могу пожелать только хорошего, и счастья, и Грише, и, конечно же, вам. Подождите, вы, наверное, меня неправильно поняли. Спасибо за угощение. Пирог был просто отличный. Ну и надеюсь, что у вас все сложится хорошо. Поймите, мне сейчас никакие отношения не нужны. Я прекрасно все понимаю. Всего хорошего. Не провожайте меня. Вы идите, а вещи я принесу. Спасибо. Вот тут теперь мы будем жить. Нравится? Да, очень. Здрасте. Здрасте. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Коллега Борисович, он нас ждет. Вы проходите, вам сейчас все объяснят. Вы, наверное, Екатерина Сергеевна? Здравствуйте. Здравствуйте. А где Олег Борисович?
Он меня предупредил о вас, хотя не в той мере, как хотелось бы. Татьяна Михайловна, заберите пока ребенка, предложите ему чаю. Молодой человек, вы не откажетесь от чая? Иди, Гриш, не бойся, я здесь. Нам надо поговорить с вами наедине. Что случилось? Меня зовут Дружинин Кирилл Антонович. Я близкий друг Олега Борисовича. И многим ему обязан. К сожалению, сегодня ночью Олег Борисович умер. Как умер? Обширный инфаркт. Врачи не успели спасти. Боже мой, как же Гриша? Вы не волнуйтесь, я обо всем позабочусь. Прошу. Я не оставлю мальчика. Вчера Олег позвонил, назначил срочную встречу. Сказал, что речь пойдет о единственном внуке. Гришин отец ждет нас здесь. Прошу. Я не буду с ним разговаривать. Екатерина Сергеевна, может, не стоит делать поспешные выводы? Отец имеет право участвовать в жизни Гриши. Он сломал мне жизнь и бросил Гришу еще до рождения. Я о нем не знал. Я ему не отдам ребенка. Гриша. Гриша, надевай шапку. Извините. Мы уезжаем. Отвезите нас домой. В смысле? В прямом смысле. Домой нас отвезите. Просто я подумала, почему бы нам не остаться дома? Нам же так хорошо вдвоем. Да, хорошо. Ты как моя мама. Она тоже старалась, чтобы мне было хорошо. Я стараюсь. У меня получается. Я, Лексанов Олег Борисович, 25 мая 1953 года рождения, завещаю все свое имущество внуку Григорию Дмитриевичу. Внуку? Да, внуку. Отлично. Еще при жизни от меня отказался, так и после смерти решил подгадить. Простите, продолжайте, пожалуйста. Катя, открой, нам нужно поговорить. Уходи, или я вызову полицию. Ничего себе новости. Что там? На тебя ссылку сбросила, посмотри.
Сегодня ночью скоропостижно скончался бизнесмен и известный филантроп Олег Лексанов. Состояние Лексанова оценивается более чем в 300 миллионов долларов. А наследники, наверное, уже распиливают денежки. Не обязательно. Некоторые могут и скорбить. Единственный наследник Лексанова – сын Дмитрий, бизнесмен, светский лев. Ничего так симпатичный. Гриша, не голоден, я буду поздно. Срочно на работу вызвали. У тебя хоть все в порядке? Да, бывало и лучше. Как же хорошо, что вы мне помогаете. А зачем соседи нужны? Спасибо. Не волнуйся. До свидания. Что там, какие-то проблемы? Ничего. Рабочий вопрос. Еще злишься на меня? Что до дома не подвез? Вижу, злишься. Прости меня, пожалуйста. Я был неправ. Нехорошо вышло. Леша, я приму твои извинения только после ужина в ресторане. Угу. Тогда я приглашаю тебя в ресторан. Как там Гриша? Клара Семеновна, я через час домой приеду, и спасибо. Вавилова, поскорее, у тебя там гость 10 минут, меню мнет. Бегу. Заказ прими. Добрый вечер, готова сделать заказ? Уходи отсюда сейчас. Подожди, нам нужно поговорить. Нам с тобой не о чем разговаривать. Ты считаешь, что не о чем? У нас есть ребенок. Один на двоих. Своего ребенка. Вы можете выбрать суп, салат, горячий. Ребенок имеет право знать, кто его отец. Хорошо, я подойду чуть позже, когда вы будете готовы. Катя, я виноват перед тобой, я знаю. Поверь, мне очень стыдно. Через 2 минуты на лестницу входа. Тебе нужно? Кать, нам рано или поздно все равно придется договариваться. Не ради нас, а ради сына. Послушай, я хочу все исправить. Я не знала о его существовании. Если б знал, все было бы по-другому. Почему ты мне вообще о нем не сказала?
Мне не хотелось с тобой ничего общего иметь. И сейчас не хочу. Ты меня продал, Игнатенко. Ну, прости. Прости, я знаю, что я поступил как козел, но не было и дня, чтобы я не сожалел о своем поступке. Когда я могу увидеться? Я подумаю, сможешь ли ты увидеть его вообще. Да. Я все решу. Да верну я долг, расслабься. Что-то ты неразговорчивый. Что? А, прости. Задумался, работа. Работа. Послушай, ты правда запал на эту Катю? Что за глупости? Конечно, нет. Я переживаю за мальчика. Нелегкая судьба досталась пацану. Может, ну и в ресторан поехали ко мне. Извини. Да. Алексей, здравствуйте. Вы мне звонили, я не могла ответить. Да, я по поводу Гриши. Переживаю за мальчика. У меня важные новости. Если вам удобно, можете приехать ко мне домой через полчаса? Хорошо, я сейчас подъеду. Что? Алис, извини. Срочное дело. Ужин с меня. Кронин, ты уверен, что тащиться к бабе ночью – это работа? Послушай, Олеся, думай, что хочешь. У меня, правда, дела, извини. А вот, кстати, твой дом. Заснул. Кать, мне очень жаль. Но Гришу все-таки придется направить в детдом. Я знаю, что отец умер. Прочитал в новостях. Это не совсем так. Дело в том, что Олег Борисович не отец Гриши. Он его дед. Все так быстро произошло, я не успела вам сказать. Хорошо. А кто отец, выяснили? Да. Мы встречались дважды, и он хочет участвовать в жизни Гриши. А когда он собирается оформить отцовство? Я не знаю. Мы еще об этом не говорили. Поговорите, пожалуйста, скорее. Или вы передумали расставаться с мальчиком и решили саботировать установление отцовства? Я думаю только о Грише, но его отец... А с ним что не так? Мы знакомы 7 лет. Я безумно его любила, а он... Я не верю, что он изменился. Я не могу ему доверить Гришу. Послушайте, я прекрасно понимаю, что он сделал вам плохо, но это не значит, что он будет плохим отцом. У вас нет выбора. Или Гриша будет жить с отцом, или в детдоме. Понимаю. Пожалуйста, дайте мне еще немного времени. Я хочу, чтобы Гриша хотя бы привык к отцу. Хорошо. 3 дня. Кстати, я подготовил список документов для оформления отцовства и собрал бланки. Ну, чтобы вам было легче. Спасибо вам за все, что вы делаете. Добрый вечер. У меня доставка для Екатерины Вавиловой. Да, это я. От кого? А, просили сказать, от любящего мужчины.
Вы распишитесь, пожалуйста, вот здесь. Спасибо. До свидания. Ну, мне пора. Да, и приходите завтра утром в отделение. Я передам вам документы. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Прошу, дай мне шанс. Алло. Кать, пожалуйста, не бросай трубку, а? Скажи, Грише понравился конструктор? Он уже спит, я ему завтра покажу, но думаю, ему понравится. Я очень рад, правда. Кать, ты знаешь, я хотел пригласить вас с Гришей на прогулку. Есть отличное место, там... Куча автоматов, пицца, мороженое. Я уверен, что Грише понравится. Ну и тебе тоже. Может, я заеду за вами завтра, там, часиков в 11. Что скажешь? Хорошо. Договорились. Спасибо. Да. Ну, я же сказал, все верну. Ну, не хочешь ждать, так не жди. Подожди-ка. А это же наследник Лексанова. Покойника с 300 миллионами. Давай я с тобой пойду. Все-таки я тебя с Гришей. Я сама. Я быстро. Быстро же она его в оборот взяла. Это я тебе подарил. Спасибо. Вот молодец. Добрый день. Здравствуйте, присаживайтесь. Катя, вы помните, что у вас осталось 3 дня на формальности? Гриша должен быть в органах опеки. Там они решат, что с ним делать дальше. Вы же понимаете, что Гриша — это не машина из проката, которую нужно вернуть к определенному моменту. Он живой человек, ему нужно время, чтобы привыкнуть к отцу. А может, это вам нужно время, чтобы привыкнуть к отцу Гриши? Вы забыли прошлое? Я ничего не забыла и делаю все только ради Гриши. Вы не имеете права так со мной разговаривать. Кронин, ну ты странный. Носишься с ней, закон нарушаешь. А благодарности ноль. Еще и указывает, на что ты права имеешь, на что нет. Сделать тебе чай? Гриш, пока все автоматы не обойдешь, домой не пойдем. Хорошо. На, держи. Ну, а мы, может, кофе попьем? Давай. Класс!
сбежал я с этого поэтического вечера быстрее ветра. Даже пальто пришлось там оставить. Ой, мы уже целый час тут сидим. Гришу как-то забыли. Ой, да ему сейчас не до нас, он там автоматы отрывается. Так я ж потом этого поэта в другом городе встретил, Катя. Слушай, извини, я все-таки сбегаю, посмотрю, как он там. А, давай. Я, кажется, с вами рассчитался, да? Спасибо. Гриша, ты как? Наигрался уже? Понравилось? Да, только устал уже. Ты не сгоришь. Да ему жарко просто. Тебя болит что-нибудь? Голова болит, холодно, и спать хочется. У него жар, надо домой ехать. Ну, я отвезу. А лекарства? Да по дороге купим, не волнуйся. Хлеб, колбаса, там фрукты. Сберешься. Спасибо, что помогаешь. Катя, Гриша мой сын, я обязан о нем заботиться. Ты весь день с ним, и когда тебе по магазину бегать? Спасибо, что ты сейчас с нами. Я так за него перепугалась. Если бы не ты, все было бы еще хуже. Катя, если ты позволишь, я всегда буду рядом с вами. Кать, я любил тебя и сейчас тоже люблю. Если бы ты меня простила, то... Все уже в прошлом. Между нами ничего не может быть. Знаешь, что если что-то будет нужно, я всегда рядом. Вот умеют же некоторые устроиться. Мало того, что наследник миллионов, так еще и красавчик. Мне неудивительно, почему эта Катя не устояла перед ним. А фамилия его в статье указана? Да. Брыкин. Взял девичью фамилию матери. Нет, ну ты посмотри, кто рядом с ним. Ларис, у меня 200 тысяч подписчиков. На каждый пост по 10 тысяч лайков. Я не поставлю рекламу меньше, чем за 15 тысяч. Все, я все сказала. Представляешь, хотят заказать у меня рекламу за 7 тысяч. Еще вы 3 предложили. А ты где был? Ездил по делам. Наверное, с инвесторами встречался опять, да? Угу. А вот это вот ты видел? Выплаты по кредиту просрочены на полгода. Долг будет передан в коллекторское агентство. Что ты будешь с этим делать? Выкинь в помойку этот бред. Я серьезно, что ты будешь делать с долгами? Я все решу.
Потерпи немного, я все решу, скоро все будет. Да? Привет. Прости, что беспокою. Мне нужна твоя помощь. Что-то случилось? Посидишь с Гришей. Мне нужно срочно выйти на смену, а соседка, которая обычно с ним сидела, у врача, и у меня не получилось поменяться сменами. Без проблем, я сейчас приеду. Спасибо, что помогаешь. Я бы сама осталась, но меня уволят за прогул. Да все нормально, я сейчас буду. Угу. Куда ты собрался? К инвесторам. 2 месяца за ними бегал. Нельзя отменять. Слушаю вас. Извините, я, наверное, ошиблась номером. Ключи-то забыла оставить. Точно. На, вот возьми мои. Спасибо, что помогаешь. Я рад, хочу тебе помочь. Да, я бы хотела заказать у вас на завтра банкет в память об одном замечательном человеке на 20 персон. Да, конечно. Сейчас все оформим, все пожелания учтем. 20 персон. Да, и обслуживание, это очень важно. Вот эти официанты замечательно работают. Да, это наша лучшая смена. Отлично. Тогда завтра утром пусть все они будут. И вот эта вот девушка. Обязательно. Да, конечно. Но 65 миллионов лет назад динозавры вымерли. И... Так, дружок, давай поиграй теперь один. Почитайте еще, пожалуйста. Ты видишь, у меня дела? Да. Да, это я. Кто? А вы знаете ее адрес? Хорошо, я могу выйти 5 минут. Да, хорошо. Так, малыш, мне нужно встретиться с одним дядей. Побудь пока один, ладно? Скоро. Поиграй пока один. Возьми вот там конструктор, может, там или что-нибудь. Все, скоро приду. Дмитрий, что вы хотели? Хочу знать ваши планы в отношении Гриши и Екатерины. В чем я должен вам отчитываться о своих планах? Ну, потому что я волнуюсь о них. И хочу быть уверенным, что у мальчика все хорошо. У мальчика все отлично.
Мы нашли общий язык. Про Катю должен тоже отчитаться? Да. Должны. Моя личная жизнь вас не касается. Мы с Катей сами разберемся. Разбирайтесь. Только имейте в виду, что я глаз вас не спущу. Обидите Гришу или Катю, будете иметь дело со мной. Да. Алло, милые, завтра у нас будет вечеринка. Какая вечеринка? Не волнуйся, все будет очень прилично. Соберется узкий круг друзей Олега Борисовича. Делай как хочешь. Минут отставить. Чего ты плачешь-то, как девчонка? Все нормально? Малыш, что случилось, малыш? Я с табуретки упал. Щечка ударился. Бедненький, иди сюда. Мягкий диванчик. Смотри, что у меня для тебя есть. Вот. Можешь съесть до ужина. Спасибо. Я не могу сейчас говорить. Все. Дим, ну как так? Кать, ну оставил на 3 минуты. Встреча была. Ты что, его дома одного оставил? Кронин настаивал на встрече. Кронин? Да, Кронин. Угрожал мне, сказал, что следит за нами. Ну это на него как-то совсем не похоже. Слушай, мне плевать на этого Кронина. Надо вон на Гришке подумать. Оформить уже, наконец, мое отцовство. Ну, не дай бог, вот так что-нибудь случится, там скорую вызвать. И я же по документам, ему никто. Да, наверное, ты прав. Нужно, наверное, это сделать. Давай тогда завтра пойдем в ЗАГС. Я признаю отцовство. Ты как мать подтвердишь, там выдадут нам это свидетельство о рождении, там уже будет стоять. Дим, я не его мать. Как это не его мать? Так. Его мать Алиса. Помнишь такую? Ты мне что, врала все это время? Прекрасно. Как ты вообще могла, Катя? А как ты мог изменять мне с моей лучшей подругой? Слушай, мы с ней встретились, когда ты уехала уже. Лучшая подруга. Она вешалась на меня, когда мы с тобой вместе были. Я хотела тебя проверить. Можно ли тебе Гришу доверить? Она вообще точно мой сын? Твой. По просьбе Олега Борисовича мы сделали генетическую экспертизу. Результаты есть у меня в документах. Это вообще... Ладно, ты прости меня, но... Ну это... Ладно, все это в прошлом. Что делать будем? С отцовством? Ну. Так, ладно, я это все возьму на себя. Дай мне его документы. Я сейчас принесу.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вот документы. Решение должно быть положительным и как можно скорее. За срочность у меня двойной тариф. Когда перечислите? Чуть позже. Я на днях решу этот вопрос. Простите, но я так не работаю. Да. Давайте я утрою ваш гонорар за задержку. Только в порядке исключения. Мне пора. Всего хорошего. Всего доброго. Гриш, ты помнишь, как мы с Олегом Борисовичем в ресторан ходили? Да, помню. Он хороший очень. Книжки мне подарил. Разговаривал, как со взрослым. Так вот, Олег Борисович, это твой дедушка. А Дима его сын. Твой папа. Мой папа? Он? Мама очень хотела, чтобы мы его нашли. Вот теперь тебя никто не сможет обидеть или забрать детдом к чужим детям. Теперь я понимаю, почему мама раньше его не хотела искать. Я не хочу с ним жить. С Димой? Да, он злой. Он меня не любит. Только кричит и ругается. Ну не все время же ругается. Он тебе конструктор подарил и на автоматы водил. Не бросай меня. Мама ушла. Если ты уйдешь, я совсем один останусь. Я тебя никогда не брошу. Обещаю. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте. Хотела вам сообщить, что Дмитрий Олегович подал заявление в суд об установлении отцовства. Так что у Гриши скоро появится семья. Что ж, я очень рад. Спасибо вам большое за помощь, но... Хотела вас попросить не вмешиваться в мою личную жизнь. Вы не имели права допрашивать Дмитрия Олеговича. Я переживал за Гришу. Да, понимаю. Извините. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего. Чай сделать? Что? Чай. А, да. Сделай. Кать, а что ты читаешь? Сообщение пришло. Сегодня буду работать на банкете. Посидишь с Кларой Семеновной? Посижу. Она хорошая. Молодец. Потом пойдем в парк, погуляем или покатаемся на аттракционах, или пойдем пиццу есть. Хорошо? Лучшие люди уходят слишком рано. Привет, любимая. Привет. А почему ты решила провести это мероприятие здесь? А что, что-то не так? Нет, ничего. А вот и сын Олега Борисовича. Дима. А вы знакомы с моим женихом? Жаль, свадьбу пришлось отменить из-за траура. Ты мне ничего не хочешь объяснить? А что тут объяснять? Я сейчас тебе все объясню. Я видела, как Дима к тебе захаживал. Забавно, да? Вот только не надо питать иллюзий, потому что женится на ровне, а с обслугой развлекается от скуки. Понятно? Ты же хотел все исправить. Стать для Гриши настоящим отцом. Каким отцом, Дима? А вам ваш жених не говорил, что у него есть сын? Ему 6 лет. Зовут Гриша. И что он обещал заботиться о нас и быть всегда рядом. Я обещал заботиться о сыне и о его матери, но ты
не его мать. Нет, я тебе очень благодарен за заботу о сыне, но впредь Грише лучше жить в семье. Ты у меня не можешь его забрать. Я его отец, и я буду решать, где он будет жить, с кем общаться и с кем дружить. Я, а не ты. Дима, что это было только позже что? Поговорю. Объясни. Нет, мы будем говорить сейчас. Я буду решать, когда ты будешь со мной разговаривать. Так, а это что за назад? Надо собираться. Мы уезжаем. Что-то случилось? Да. Сейчас не могу объяснить, нет времени. Гришенька, надо собираться. Одевайте его, пожалуйста. Я переоденусь, и мы поедем. Катя, возьми мою игрушку. Хорошо. Все спокойно, все хорошо. Нам срочно нужна ваша помощь. Мне и Грише. Проходите. Не стесняйтесь. Давай-давай. Ну что, молодой человек, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Здесь мы будем жить. Всегда здесь? Ну, не знаю, как всегда. Как время покажет. Но если что, можно переехать на кухню. Стратегически важный объект. Да, кстати. А помнишь, я тебе обещал пистолет показать? Вот. Старинная вещь. 19 век. Спасибо. Пожалуйста. Так. Спасибо. Ничего. Сейчас будем ужинать. Когда ты мне собирался сказать о ребенке? Чуть позже. Да ты по уши в долгах. Твой стартап уже второй год буксует. Так у тебя еще и ребенок есть. Не думай, что я закрою на это глаза. Ты не только закроешь на это глаза. Ты будешь жить с моим сыном и изображать любящую мачеху. Ты спятил. Мальчишка – единственный наследник моего отца и всех его миллионов. Как так? Всех? Да, отец меня прокатил в очередной раз. Так что, если хочешь хорошей жизни, придется потерпеть. Так и сказал, что Гриша должен жить в семье, а я могу быть свободна. Да, раньше вы называли его личной жизнью. У нас с ним ничего не было, если вы об этом. Хотя, конечно, он клялся мне в любви, но и тут соврал. Я видел их фотографии в сети, но решил вам ничего не говорить. К тому же они расстались, раз он ухаживает за вами. Ему это никогда не мешало. Алиса была моей лучшей подругой, и что? С тех пор, как он получил документы на Гришу, все резко изменилось. Вы были правы, а я устроила скандал. Он отец Гриши.
Вы же хотели устроить жизнь мальчика. Но они не ладят. Гриша не хочет жить с отцом. Он все время плачет, он боится, что мы расстанемся. Кать, мне очень жаль. Правда? Но вы не можете забрать себе мальчика. Понимаете? Это незаконно. Может, Дмитрий будет хорошим отцом. Кто знает? Я не знаю. Извините. Олеся? Привет. Что ты здесь делаешь? Соскучилась. Слушай, я не ждал сегодня гостей, так что извини. Сегодня не время. Почему? Катя! Извините. Кронина, а что она здесь делает? Я тебе завтра на работе все объясню. Завтра. Завтра? Да, а сейчас можешь идти. Иди. Иди. Хорошо. Простите. Кать, давай перейдем на ты, а? Прости. Если бы не мы, испортили тебе вечер. Ну что ты? Я вам очень рад. Искренне рад. Да и дом стал похож на дом, а не на какое-то место ночлежки. Тогда нам не стоит задерживаться. Тебе нужна своя семья, вот встретишь женщину. А может, я уже ее встретил? Со мной очень много проблем. Завтра мы уедем. Ты куда-то пропал, Дмитрий. Как твои дела? Да дела были, дядь Кирилл. Если вы про Гришу, то у него все нормально. Я просто хотел с ним повидаться. Он сейчас живет с тобой или с мамой? Вы договорились между собой о встречах, об алиментах? Нет, не договорились. Почему? Потому что она не Гришина мама. Нормальный поворот. То есть, насколько я понимаю, твой единственный сын живет сейчас с фактически чужой ему женщиной. Это нормально для заботливого отца? Я как раз сейчас еду на заседание суда по установлению отцовства. Я решаю этот вопрос. Дима, дай мне телефон этой женщины. Кати. Кати. Дядь Кирилл, я сам во всем разберусь. Я вижу, как ты уже разобрался. Я сам займусь судьбой мальчика. Номер телефона. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Кирилл Дружинин. Я хотел бы с вами встретиться.
Алло, опека. Я хотела бы сообщить о незаконном удержании ребенка. Да, женщина похитила мальчика, которого разыскивает его родной отец. Да, данные мальчика есть. Записывайте. Что вы хотели? Прошу. Кто вы такая? И по какому праву удерживаете мальчика? Вы ему никто. А вы ему тоже никто. По какому праву вы меня допрашиваете? Вы обманули меня. Прикинулись Гришиной мамой. Рассчитывали получить его наследство. Какое наследство? Квартиру Алисы? Нет. Все состояние его деда Олега Александрова. Он все оставил своему внуку. А я душеприказчик. Управляю наследством и слежу за благополучием Гриши. Это так, к слову, о моих правах. Я ничего не знала о наследстве. Я думала, Олег Борисович отец Гриши. Он хотел усыновить его как отец. А что вы думаете о Дмитрии? Я о нем не думаю. А почему вы спрашиваете? Он отец Гриши, и по закону мальчик должен жить с ним. А по совести? Своего отца Дмитрий разочаровал. Он многих разочаровал. А вы бы не дали ему шанс проявить себя? Может быть, отцовство его изменит? Может, и изменит. Только Гриша не хочет жить с отцом. А я люблю его, как родного. Все гораздо сложнее, чем я думал. У меня нет решения. Поэтому я должен все обдумать. Я хотел бы увидеть Гришу в ближайшее время. Хорошо. Звоните без колебаний, если вам что-то понадобится. До свидания. До свидания. Гриша – наследник Лексанова. Вот почему он так срочно оформляет документы на отцовство. Ему нужны деньги, а не ребенок. Катя, успокойся. Мальчику сейчас ничего не грозит. Я сейчас поеду к себе и буду собирать вещи. Нужно срочно увозить Гришу из города. Дмитрий не посмеет силой забрать ребенка. Я ему не верю. Я боюсь. Послушай меня, не волнуйся. Я тебя очень прошу, оставайся у себя дома. Я к тебе обязательно приеду. И пришлю кого-то из своих. Алло, опека. Я вам звонила о незаконном удержании ребенка. Да. Так вот, местонахождение мальчика изменилось. Вы от Кронина? Да, открывай. Гриша! Да отпустите вы меня! Успокой. Гриша! Успокой. Пришли не сюда, по установлению отсутствия. Нет. Забирайте. Нет. Гриша, не здесь. Да отпустите вы меня! Успокой, успокой. Гриша! Катя! Гриша! Да отпустите вы мои руки! Катя! Thank you.
Кать. Кать, что случилось? Где Гриша? А его забрали. Опека. И отдали отцу. Ну да. Суд признал его отцовство. Теперь все официально. Официально? Это же ты им сообщил. Нет, Кать, ты что? Нет. А они сказали, что пришли от тебя. Неправда, Кать. Клянусь, это был не я. Успокойся, прошу тебя. Не трогай меня. Я все улажу, прошу тебя. Не трогай. Ты нас тоже предал. Убирайся отсюда. Вот теперь будешь здесь жить. Нравится? Так, это твои игрушки. Вон катер на пистолет. Ну, разберешься. Да, давай договоримся. К шкафу ты не подходишь. Там вещи тети Иры. А где мои вещи будут лежать? У меня же будут вещи. Ну, конечно, будут. Тетя Ира придет освободить тебе ящик. А когда Катя придет? Не скоро. Я Катя хочу. Давай только без соплей, а? Вопрос с отцовством я решил. Все, теперь по всем документам я отец Гриши. Спасибо. Ну что же, я готов принять дела. Какие дела? Я отец. Опекун Гриш. До его 18-летия я распоряжаюсь всем его имуществом, в том числе и наследством. А, ты об этом? Нет, Дима, наследством буду управлять я. Независимо от того, кто будет опекать Гришу. Как вы себе это представляете, с юридической точки зрения? Вот так. Это распоряжение твоего отца. Не стоило раньше времени убегать от нотариуса. Хорошо. Что ж, может, даже и к лучшему. Больше времени буду уделять Грише. Я рад, что ты согласен. Да, но я думаю, что вы тоже согласитесь, что ребенок требует расходов. Там врач, обучение, отдых, одежда. Отец наверняка хотел лучшего для Гриши, так? Совершенно согласен. Я распоряжусь, и ты будешь каждый месяц получать деньги на Гришу. Думаю, $3000 в месяц хватит. Трех? Послушайте, мне одному этих денег не хватит, не говоря уже о сыне. А это и не тебе, Дима. А Грише? Себе ты сам заработай, пожалуйста. Потому что я хотел бы каждый месяц получать отчет, куда и на что идет содержание. Может, вам еще и чеки собирать? Собирай, лишним не будет.
Катя, у меня нет времени. Я тебя очень прошу, 3 минуты. Что? Пожалуйста, разреши мне видеться с Гришей. Я не могу, я так скучаю. Я согласна на любые твои условия, пожалуйста. Катя, у меня только одно условие. Мальчик должен привыкать к своей настоящей семье. Ты ему мешаешь. Тогда передай ему, пожалуйста, вот это. Его любимая игрушка. Ну, ничего не нужно, у него все есть. Еще раз спрашиваю, это сделала ты? Да, это я позвонила в опеку. Зачем? Кто тебя просил лезть? Я поступила по закону и по совести. Эта Катя прикрывалась чужим ребенком и морочила тебе голову. Моя голова не твоя забота. Из-за тебя страдает маленький человек. И женщина, которая заменила ему мать. Тебя всегда интересовало, почему я не обращаю на тебя внимания. Да потому что ты ради своей цели не остановишься ни перед чем. Я просто боролась за свое счастье. Да, я сделаю им 5 публикаций. Ну, где-то можно на 2 недели раскидать. Угу. По 10 за каждую. Нет. Я сказала, что дешевле не сделаю, Лариса. Все, и так скидка хорошая. Я тебе потом отправлю статистику. Давай. And not the million miles I drove to get all I always dream. And not the million roads I walk to take everything I need. And like a countdown in my head, there was one rapid thought. If I can do that to the end, or maybe I just fall. I'm always stand alone and struggling with the misery of the world. And no one of you can take it from me. And I don't think you should, cause every move... Гриш? Гриш! Ир! А Гришка где? Гриша, говорю, где? Ты у меня спрашиваешь? Это вообще-то твой сын, а не мой. Ну, я не знаю, может, он спрятался где-то. Куда он мог спрятаться? Гришенька! Так, а его нет в коридоре? Как нет? Нет. Принеси мою одежду. Полиция, у меня сын пропал. Ну, видимо, один ушел из дома. Извините. Что? Да, сейчас приеду. Ага. Документы и фотографии принеси. Да, хорошо, спасибо. Всем патрульным машинам разыскивается мальчик, возраст 6-7 лет, рост 120-130 сантиметров. Волосы темные, глаза серые, был одет в серую куртку с капюшоном, черные брюки. Алло. Катя, я по поводу Гриши. Что-то случилось? Все в порядке. Уже все в порядке. Он ушел от отца. Пару часов бродил по улице, пока сердобольная старушка не остановила и не подвела к патрулю. С ним все в порядке? Да, его привезли ко мне в отделение. Жив, здоров. Он сказал, что шел к Кате. Так что, если хочешь, можешь приехать навестить его. Конечно, я уже еду. А когда Катя придет? Скоро.
Она уже выехала. Ты кушай, кушай. Ты куда ушел? Кто тебе разрешал? Тебя кто отпускал, а? Так что, нужно ключ закрывать? Отойдите от мальчика. Что? Сядьте. Сядьте, сядьте. Возьмите бумагу. Пишите объяснение. Какое объяснение? Почему малолетний ребенок оказался на улице без сопровождения взрослых? Подробно и детально. А я сообщу в органы опеки. Да, спасибо. Гриш, Кать! А она тут что делает? Она вообще чужой человек моему сыну. От чужих людей никогда не убегал, а с родным отцом жить не хочет. Да ты его она настраивает его против меня. Я прошу, чтобы ее вывели отсюда. Так, тихо! Вы пугаете своего сына. Я сам разберусь и решу, кто отсюда выйдет. А вы пишите объяснение. Я уже написал. Мы можем идти? Ты как, малыш? Да, можете. Нормально. Все, пошли, Гриша. Мне сообщили, что мальчик пропал. Ушел из дома, а ты этого не заметил? Мать разбаловала. Кто бы говорил. Учти, если с Гришей еще хоть раз что-то подобное случится, я в один день лишу тебя родительских прав. Может, еще и вы моего сына воспитывать будете? Буду, если понадобится. Или найду человека, который любит его и сможет о нем позаботиться. Запомни это. Всего хорошего. Вот возьми, ты забыл. Гриша, пойдем домой. Дома, значит, будешь жить здесь. Здравствуйте, а не подскажете, а Галина Ивановна, она... Галина Ивановна, это я. А, добрый день. Добрый. А я Дмитрий, мы с вами договорились о встрече. А, это у нас Гриша. Да. Ну, добро пожаловать к нам. Я не хочу здесь жить, я здесь никого не знаю, и Кати нет. Галина Ивановна, принимайте. А взнос и оплату за первый месяц я перевел. Ну все, всего доброго. А, сумка-то. Все. Пожалуйста, помоги мне. Что случилось? Сделай мне документы на Гришу. Какие документы? Что я его мать. Я увезу его отсюда. Подальше от отца, которому на него наплевать. Я его буду растить сама, я справлюсь. Катя, это плохая идея. Это неправильно, ну нехорошо это. Противозаконно, в конце концов. Обратись к Дружинину. Я не могу к нему обратиться. Он считает, что Гриша должен жить с отцом. Послушай меня, даже если вам удастся уехать, Гришу будут искать и найдут. Если не отец, то Дружинин. Его там никто не любит, он совсем один. А тебя посадят за похищение ребенка лет на 5. Неужели больше ничего нельзя сделать? Думаю, можно. Опекунами мальчика могут стать его родственники. У Алисы нет родственников. Ты в этом уверена? Она детдомовская. Послушай, если Алиса воспитывалась в детдоме, это еще не значит, что у нее нет родственников. А как мы их найдем? Мне нужно сделать запрос. Правда, так быстро это не делается. Придется подождать. Думаю, минимум месяц. Месяц? Я не могу столько ждать. Катя, тебе придется. Ты думаешь, у меня весь город в кармане?
Я не могу просто так взять и сделать фальшивые документы на раз. Я знаю, у кого весь город в кармане. Извини, пока. Катя! Какие люди? Екатерина! Неужели через столько лет вы изменили свое решение и решили ответить мне благосклонностью? Я по делу к вам. Слушаю. Мне нужна информация о родственниках моей подруги Алисы. Мало ли кому какая информация нужна. Мне-то что с этих родственников? Алиса погибла. У нее остался сын. Ему 6 лет. Ну, а тебе-то что с этого пацана? Я должна ему помочь. Он мне как родной. А его отец в курсе? У него же есть отец? Есть. Только он не любит своего сына. Не интересуется им. Ну и кто у нас отец? Это не важно. Возможно. Ну, мне просто интересно. Давай так. Или ты говоришь, кто отец, или сама разыскиваешь родственников. Дмитрий? Димон? Это феерично, клянусь богом. Да, повеселили вы меня. Ладно, найду я тебе родственников. Оставь номер секретарши, я тебе перезвоню. Спасибо. Да, как называется? Родничок. Они подтвердили? Спасибо. Алло. Привет, как ты? Отлично. Вот уволилась с работы. В отпуск меня и отпустили, так что пришлось уйти. Я попросил опеку, чтобы они навестили Гришу. Узнали, как он после побега, и вообще посмотрели, как обстановка в семье. И? Он не живет с отцом. Дмитрий отправил его в частный пансионат. Родничок. Значит, я смогу его навестить. Спасибо тебе огромное. Сейчас же к нему поеду. Пока. Как же сюда добраться? Можете завтра выходить. Только не забудьте документ об образовании и заявление напишите. Обязательно все сделаю. Вот у нас здесь младшая группа, а там старшая. Вот с ними вы и будете работать. Ой, простите. Алло? Гриша! Здравствуйте. Я теперь тут буду работать каждый день. Я так рад тебя видеть. Гриш, не отставай. Здравствуйте, я новая нянечка, помогла ему зашнуровать ботинки. Спасибо вам большое. Не отставай, мы же все ждем тебя. А вот он. Любимый, у нас гости. Тебе пришли. Привет. Ну, я вынуждена буду вас покинуть. У меня встреча с косметологом. Всего доброго. До свидания. Пока. Что ты здесь делаешь? Кофе пью. Вкусно. Может, хватит валять дурака-то? Не груби.
меня к тебе дело. Влад. Узнаешь? Узнаешь. Это твои долговые расписки. Я их выкупил. Поэтому теперь вот это вот все ты должен мне. Зачем тебе это? Других дел нет? Есть. Но, понимаешь, твои кредиторы уже устали ждать, когда ты вернешь деньги. И продали их мне за половину реальной стоимости. Но мне ты отдашь все. Через 3 дня. Подожди, ну какие 3 дня? Где я возьму такие деньги? Дима, не пыли. Говорят, у тебя отец недавно умер. Кстати, мои соболезнования. Вот из наследства и возьмешь. Подожди, его ждать полгода. Это не мои проблемы. Делай что-нибудь. Перезайми. Из кассы возьми, квартиру заложи. Я ждать не буду, ты меня знаешь. Нет. Боюсь, в завещании все указано предельно точно. У вас нет прав на наследство. Мне сейчас нужно срочно погасить долг. Кредит мне не дают, заложить нечего. Может, можно как-нибудь обойти завещание? Никак. Конечно, супруги, дети и родители – наследники первой очереди. Но только если нет завещания. Вы можете вступить в наследство только в том случае, если указанные в завещании лица не смогут этого сделать по причине своей смерти. По завещанию именно Дружинин является распорядителем имущества. Возможно, он может как-то повлиять на ситуацию. Дружинин. Здравствуйте. Здрасте. Привет, Григорий. Как твои дела? Давно хотел с тобой повидаться. Ну, рассказывай, как тебе живется у папы? Освоился? Привык? Вы же совсем недавно познакомились? Ну. Я должен сказать, что люблю папу. Но это неправда. Я люблю маму и Катю. А с ним я жить не хочу. Он злой, он меня не любит. И Катя не пускает. Гриш, ты что? Я все объясню. В интернате тоже не весело. Но там хотя бы не кричат. В интернате? Дядь Кирилл, послушай, Гриш, ты что говоришь-то? Ну, послушай, ну это он же ребенок. Ну. Юля, зайдите. Я сейчас все объясню. Гриша, пойди, пожалуйста, с тетей Юлей. Если тебе что-то понадобится, скажи ей, она все сделает. А нам с твоим папой надо поговорить. Хорошо. Чего так на меня смотрите? Ну, он совсем от рук отбился. Он дерзит, хамит, никого не слушает. Из дома убежал, да. Да, пансионат, но элитный. И на время, только для его воспитания. Хватит. Проблема не в Грише. Проблема в тебе. Что это за цирк? Ты на что рассчитывал? Что я расплачусь от вашей любви и дам тебе денег? Да, я рассчитывал. Рассчитывал, потому что я по уши в долгах. Кредитор требует денег. Если я не дам денег, Гриша вообще может остаться без отца. Все мои деньги у вас. Послушайте, дядя Кирилл, ну... Дайте мне последний шанс. Да, может быть, я был плохим сыном, но
Но я могу стать хорошим отцом. Не можешь. Ты всегда мог устроиться работать. Работать. Знаете, когда я был маленький, отца никогда не было рядом. Он все время зарабатывал деньги. Зарабатывал. Да, конечно, он дарил мне подарки, но это все взамен внимания и любви. Он был хорошим отцом. Я не могу об этом судить. Но ты даже не пытаешься найти общий язык с мальчиком. Ты его не любишь. Ты учишь его врать и используешь его в своих целях. Хорошие отцы так не поступают. Я могу все исправить. Если бы ты мне честно все рассказал, я бы помог в память о твоем отце. Но последних шансов больше не будет. Ты их все потратил. Мы сами отвезем мальчика в пансионат. Временно. До оформления документов. А ты туда больше не езди. Я лишу тебя отцовских прав и сам стану опекуном мальчика. Все. Можешь идти. Алло. Здравствуй, Катя. Нечем мне тебя обрадовать. Нет никаких родственников у твоей Алисы. Это точно? Точнее не бывает. Сейчас перешлю тебе копии документов. Хорошо, присылайте. Спасибо. Алло. Да, хорошо, конечно, сейчас приеду. Привет. Привет. Заходи. А где Олеся? Олеся здесь больше не работает. У меня не очень хорошие новости. План не сработал, у Алисы нет родственников. А у меня хорошие. Я постоянно мониторю данные в отношении дела мальчика. И знаешь что? Дружинин подал иск об ограничении родительских прав Дмитрия. И что? А то. Теперь Дмитрий не сможет распоряжаться судьбой Гриши. Вот так. Все хорошо. В чем дело? Нет, это ты объясни мне, в чем дело, Дима. Я как сердцем чуял, что доверять тебе нельзя. Что ты кинешь меня, как лоха. Попросил парней присмотреть за тобой. И что? 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 Из пансионата в аэропорт. Кто попёрся? Ты что там забыл? Ты думал, я тебя просто так отпущу и забуду навсегда? Я деньги искал. Где? В аэропорту? Я договорился с другом, что я полечу, и он даст мне денег.
На, звони другу. Пусть переводит прямо на мой счет. Мы так не договаривались. У него нал. Короче так. Деньги отдашь завтра. А то вдруг еще друг твой окажется где-нибудь в Гималаях. Нет у меня денег. Ну нет у меня денег! Тем хуже для тебя. Еще ноги поломать, чтобы до тебя зашло. Денег у меня нет. А наследство все равно ждать полгода. Это очень долго, я ждать не могу. А по-другому не получится. Даже если ты меня сейчас убьешь. Хорошо. По старой памяти пойду тебе навстречу. Отсрочки не будет. Отдашь через полгода, но в двойном размере. Может, как-нибудь можно обойти это завещание? Никак. Конечно. Супруги, дети, родители, наследники первой очереди. Но только, если нет завещания. Вы можете вступить в наследство только в том случае, если указанные в завещании лица не смогут этого сделать по причине своей смерти. Что вы хотели? Ты прости меня. Я приехал мириться. Я тут подумал, Гриш. Хочешь, я отвезу тебя к Кате? Будешь жить с ней, как раньше. Хочу. Ну тогда поехали. Только нужно воспитателей предупредить. Да не надо, а то вдруг они тебя не отпустят. Ты же хочешь, Катя? Хочу. Тогда перелезай. Так, пошли. Перелезай. Да, да. Ну, добрый день. Мальчик пропал. Простите, пожалуйста. А где сейчас Гриша из старшей группы? Мы не знаем. В смысле? Катя, прошу тебя, не впадай в панику. Может, он действительно повез мальчика на прогулку? Гриша ему не нужен. Он его просто так гулять не поведет. Он точно что-то задумал. Я понимаю, конечно, что отец он так себе, но не злодей же. Послушай меня. Я чувствую, что что-то не так. Просто поверь мне. Хорошо, хорошо. Я обещаю тебе, я попробую его отыскать. Спасибо. День добрый. Что еще? Дмитрий Брыкин дома? Нет его. Ни Димы, ни мальчишки дома нет. Звоните Дмитрию, узнайте, где он. А что мне еще сделать? Дима вообще-то в банке решает вопрос с кредиторами. Звоните. Его нет в банке. С утра он забрал Григория из пансионата и не отвечает на мои звонки. Давайте, давайте. Звоните, звоните. Вы что, тоже участвуете в похищении? В каком похищении? Что за бред? У меня есть приложение противоугонной системы в телефоне. Я могу увидеть, где его машина. Это он? Да. Он направляется за город.
Алло, Дима, где ты? Ир, я решаю вопрос с деньгами. Все очень срочно. Подожди, здесь... Дмитрий, алло. Алло, Дмитрий. Вы знаете, его вчера очень сильно избили. Он пришел весь в крови, а что случилось, ничего не сказал. Я его никогда таким не видела. Никогда. И он сказал еще, что другого выхода у него нет. Алло, Семенович, мальчика в розыск срочно. Его похитил его родной отец. Да. Двигаемся здесь, здесь и здесь. Идем цепью через 1.5 метра. Эта дорога машина может пойти? Да, здесь широкая лесная дорога. Здесь? И здесь, но чуть уже. Так. Здесь потом нас будет ждать вертолет. Гриша, что с ним? Не знаю, мы заблудились. Катя, успокойся, прошу тебя, Катя. Так, теперь сначала и подробно. Гриша хотел видеть настоящий лес. Я привез его, мы гуляли и заблудились. Так. Связи не было, и Гриша ногу подвернул. Я донес его до поляны, оставил там и пошел за подмогой. Брось его, за денег! Успокойся, прошу тебя, успокойся. Машину его быстро! Я обещаю тебе, мы найдем его. Ты слышишь меня? Все готово, можем выдвигаться. Пойдемте. Выдвигаемся! Гриша! 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 Найти его до захода солнца. Гриша! Гриша! Мама! Ты слышала? Тихо! Гриша! Мама! Гриша! Миша. Миша. Он здесь. Он здесь. Миша. 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 Скорую. Болит что-нибудь? Нет, только нога немного. Мама, я очень тебя люблю. Ну что ж, состояние стабильное. Угрозы для жизни и здоровья нет. Растяжение сухожилия. Можем поехать в больницу, там сделают снимок. Ну, как по мне, то оснований для паники нет. Нет, мы поедем. Хорошо, решим. Только вначале пообщаемся. Ну, как ты? Нормально. Домой хочу. Понимаю. Ничего, скоро поедешь. Только сначала расскажи мне, что с отцом в лесу произошло. Да ничего. Он обещал отвезти меня к Кате, но привез в лес. Сказал, что она придет сюда. Но так как связи нет, Дмитрий попросил меня залезть на дерево и посмотреть, не видно ли Катю. На дерево он меня подсадил, а назад мне пришлось прыгать. Вот я и подвернул ногу. Он сказал, что пойдет за помощью. Спасибо, что рассказал. Держись. Спасибо тебе. Хорошо, что все обошлось. Ну, до свидания. До встречи.
Присаживайтесь. Почему я в наручниках? Вы подозреваетесь в совершении уголовного преступления. Оставление в опасности. Что? Это недоказуемо. А вы думаете? Дмитрий попросил меня залезть на дерево и посмотреть, не видно ли Катю. На дерево он меня подсадил, а назад мне пришлось прыгать. Вот я и подвернул ногу. Он сказал, что пойдет за помощью. Меня вынудили. Интересно, кто это сделал? Заводить? Давай. Присаживайтесь. Привет, Григорий. Катя, смотри, Кирилл Антонович. Как дела? Отлично, дядя Кирилл. На английский ходишь? Да, там здорово. Ну, я рад, что тебе нравится. Добрый день. Здравствуйте. Григорий, беги, побегай, а у нас будет взрослый разговор. Я тоже взрослый. Давай, 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 иди. Ну что? Мои юристы закончили дело. Дмитрий лишен родительских прав. Теперь опекун вы. Спасибо вам большое. А вы уверены, что не хотите переехать в дом Олега Борисовича? Ну, стоит. Ну что, квартира, которую вы нам купили, просто чудесная. Гриша без ума от детской. Вы знаете, я... рад, потому что мне удалось выполнить последнюю волю, Олег. Теперь с Гришей находится достойный человек, который его любит. Забывай, Катя. Дядя Леша идет. Лови. Как дела? Отлично. Молодец. Не. Пора. Если что. До свидания. До свидания. Пока, Григорий. До свидания. Теперь все по закону. Это нужно отметить. Я приглашаю тебя на ужин. И это будет свидание. Конечно. Не отводи ты взгляды, не торопись. Не надо, просто смотри и больше не спеши.